Книга «Открытым оком», третий том, вопрос 1121, тема «Богослужение». Я родилась 7 августа. Меня зовут Альбина, а в церкви сказали, что такого имени в святцах нет. И теперь я не знаю, кто я такая, как мне быть, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Те имена, к которым мы привыкли, многие считают русскими, такие как Иван, Дамария, а в действительности они оба еврейские. Те имена, которые церковь признает христианскими, до времени, когда были замучены носящие эти имена, тоже не были святыми. Это ясно видно из житий святых. Если бы разудалый молодец Ванифатий не был казнен, то это имя не попало бы в святцы, и точно так же в честь его никого бы не крестили. Иногда в поле зрения римской инквизиции попадали люди с труднопроизносимыми именами – Синклитикия, Дуриметонт и другие. И эти имена сразу же делались кандидатами на канонизацию, а далее будут распространяться как под копирку. По логике вещей могло быть следующее. Во время советской власти пошла мода на советские имена, которые давали прямо при рождении. Тракторина, Октябрина, Вилор, Владимир Ильич Ленин, организатор революции. И таких имен были десятки. Кто-то из них был мучен в подвалах Лубянки, обратился ко Христу и был расстрелян. Под каким именем он будет канонизирован? Ясно же, что только под этим. Но по своей косности церковь упустила этот момент. А церковь первых веков реагировала на подобные события мгновенно. По всей вероятности, в Западной Церкви канонизировались мученики за Христа, которые носили и другие имена. И на небе может быть много Альбин, Эдуардов, Генрихов. А у нас эти имена при крещении заменяются на сходственные по произношению или на любые другие. Если сегодня уверуют во Христа Саддам Хусейн или Индира Ганди и будут казнены за Христа, то эти имена будут занесены в святцы. Для того, чтобы называть в честь кого-то, кто-то должен быть канонизирован с этим именем. Положить начало.